Ну, попалась мне на третьем месте красивая певица. Красивая. Сам ее люблю, могу сказать. Фамилия Ветлицкая, зовут Наталья. Ну, песня старая, конечно, всем известная. Плейбой. Плейбой. Иностранное такое слово. Плейбой. Ну, то есть, играй, парень. Играй, парень. Плей это, играй по-английски. Мы тоже проходим, между прочим, язык английский. Мало ли, скрутишь иностранца где-нибудь его там. Знаешь, возьмешь, бывало, задержишь иностранца, а он ни бельмес по-русски не понимает. Конечно, нам надо знать. У нас курсы есть специально английского языка. Вот. Плейбой это по-английски будет играющий парень. Но начало клипа удивляет. Потому что сначала стоит негр в клипе, никто ничего не поет, никаких звуков нет, только негр кашляет. Стоит и кашляет. Кашляет негр. Ну что, мы негров не видели? Ну, стыдно, ей-богу. Наша русская баба, ну, красивая, стройная, конечно, такая. Ну, она такая, как мышка такая. Вот. И дальше поет. Что ты делаешь со мной, мой белокурый ангел? Все время повторяет. Что ты делаешь со мной, мой белокурый ангел? Негр у нее кашляет, понимаешь, какой он белокурый? Негры же белокурым не бывают. Он не белокурый совершенно. И дальше наши два парня русских, здоровых. Ну, такие белые, такие крепкие, хорошие парни. Вот. А она что-то им поет, мой белокурый. А какие же они белокурые? Они все у нее черные, волосы, как смоль. А она поет, может, дальтонизм у нее или что? Она ошиблась? Сослепу-то не разглядела? Или кто там, режиссер, я не знаю. В общем, белокурый ангел она поет все время мужикам. Мой белокурый ангел, мой белокурый ангел. Снова мне волнует кровь, сумасшедшая любовь, мой белокурый. Понять-то нельзя, что там, почему он белокурый. Я не ясности никакой. Просто только следствие запутывает, понимаешь? Запутывает просто следствие таким образом. Вот. Ну, и далее она делает, ну, совсем же неприличные вещи. Ну, сначала, ну, берет, ну, понимаете, ну, сначала так выходит, прям к камере подходит, ну, камера ей все время прям вот, прям в это место, понимаешь? И она так сначала, ну, если бы камера просто показывала, понимаешь? Ну, просто показывала бы камера, ну, вот сюда. Ну, здесь все одето там, ну, есть такие кадры хорошие, ну, нормальные. Ну, показывают это место, что она у нее, наверное, имеется в виду аллегория какая-то. Ну, что она возбужденная там или что, я не знаю. А потом вдруг она так раз, извините, делает. Ну, вот, и там у нее, вы, конечно, нет, ну, сначала-то она делает вот так, понимаете? Вот так она сначала делает. Ну, у нее, конечно, ловчее это выходит все. Вот, ужас. У нее ловчее все, конечно, там получать. Ну все, что можно сказать. Единственное, что жалко, конечно, что у нее негр, туберкулезник, белокурый ангел. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все, что хочется сказать. И потом, Наташка, ну меньше показывай этого, вот этого своего. А то уже, и уже все мне про тебя ясно. Ну что, известно все. Я как сам там побывал. Как будто прям жизнь у меня с тобой целая прошла. Вот. Ну, целую тебя, Наташка. Ну аккуратней, смотри. От имени всех наших работников МВД. Вот, но смотреть, конечно, приятно, но неудобно. Ha ha ha!